Переносить столь жаркое лето без горячей воды в кране приходится жителям в тузгородка. Максимум, что они могут, это принять холодный бодрящий душ. Ведь горячую воду у них отключили 1 августа. Когда же вернут блага цивилизации, выяснил городской дозор. Ему известны и причины отключения. Уже больше двух недель, как в этом доме, отключили горячую воду для проведения ремонтных работ. Обещали уложиться за 10 дней. Но все сроки вышли, а когда воду вернут, жители в толк взять не могут. Кипятка нет с начала месяца. За это время воду включали лишь однажды, но пользоваться ей жители не могли. Я открываю горячий кран, то идет вот прям вот по такой маленькой-маленькой ниточке, тихо-тихо-тихо, или вообще не идет. Без горячей воды, особенно в жару, жителям непросто. Ни душ принять, ни постирать. Однако нашлись и те, кто даже рад отключению. У нас безобразная горячая вода, я вам честно скажу. Ну просто никуда не годится. Вонюще. Вонюще. Посуду невозможно помыть. У меня кольцо чернеет, бесконечно его чищу. Впрочем, большинство требует вернуть все на круги своя. Мало того, что сроки подключения постоянно сдвигают, так еще и не говорят, сколько еще мучиться. С 1 по 10 первый раз было объявление, не будет горячей воды. Хорошо, потом 11 числа объявляют, что еще идет это, опрессовка. Тоже согласились. И вот с этого дня каждый день звоним в ЖКО. Ну она что может сказать? Ничего, ладно. Сегодня здесь появилось новое объявление. Воды не будет до 23 августа. Выясняется, что без горячей воды сидят 16 жилых домов. Как сообщили в управляющей компании, отключение связано с плановым ремонтом котельной завода «Вектор». Работы уже завершены, но теперь вода не соответствует нормам. Поэтому проводятся повторные работы по проводке систем горячего водоснабжения. Вода сдана на анализ повторно, результатов пока нет, а срок отключения нам неизвестно пока. Мы надеемся, что к 22-му включат. Как показывает практика, сам завод уже заинтересован, чтобы в названные сроки запустить котельную. Иначе за несоответствующую качеству воду поставщику услуги грозит солидный денежный штраф. Юрий Шумков, Евгений Требышевский, «Городской дозор».